Що ж, як зазвичай, всім привіт! Почнемо наш третій та останній випуск з Лондона. У цьому випуску переправимо через річку Темза на канатній дорозі Emirates. Так, спонсором будівництва виступила авіакомпанія Emirates. Далі прогуляємось по сучасному району біля арени O2, яка є другою за місткістю у Великій Британії. Потім сядемо на водне таксі Uber Boats та, як то кажуть, з вітерцем пропливемо до Таурського мосту, де в англійському пабі трохи поїмо та на закуску в кінці залишимо найвражаючий вид на Лондон з небесного саду на 35-му поверсі та ще й безкоштовний. Ну що ж, гайда! Всем доброе утро, извините за мой голос, немножко хриплый. Сегодня третий день моего путешествия в Лондон. И хочу вам продемонстрировать дома, в которых живут мои друзья. Территория обустроенная, парковочки, везде плиточка, тротуары. Там стадион есть между домами, балконы, дома тоже из кирпича, отличные. Вот даже пример такого английского дома. Вот возле окон, возле двери есть небольшая территория на первом этаже. Тут видно, что ребенок играет. Вот игрушечки, темная дверь, как в обычных английских домах. Чтобы перейти дорогу в таком людном месте, вот есть такой светофор с кнопкой, нажимаем wait, написано, и там красненький и сразу зелененький, и я перехожу. Очень удобно, чтобы светофор не включался, просто впустую зеленый, красный, и не мешать транспортному движению. Человек подходит, нажал на кнопку, и вуаля, перешел дорогу. Засветился зеленый у пешехода. Очень удобно. Так, а я иду к метро Ромфурт. Так, по старой схеме. Oyster Card. Тут, где зеленая стрелочка. Оп. Доезжаем до станции Liverpool Street Station. Сейчас надо пропихнуть заново карточку Oyster Card и выйти уже на саму станцию. Liverpool Street Station – это огромная станция ЖД, где 16 платформ, и тут отправляются поезда почти по всему Лондону. Вот тут есть такой экран, и он забит расписанием поездов с каждой платформы. Слева метро, справа поезда, пригородные поезда. Приехал на станцию North Greenwich. Пополним еще на 10 фунтов карту для канатки. Так, поставляем карту. Insert notes, то есть ввести и 10 фунтов вот тут наличными, что мы сейчас и сделаем.
На моей карте 20 фунтов сейчас, 20-50. Такое прикольное заведение. Палатки такой прозрачной. Называется Street Food. Это по дороге, как идти на канатную дорогу. Emirates Air Lane. Классный район тут. Все новое, отстроенное. И вот сама канатка. Канатка эта построена, как вы уже поняли, эмиратскими авиалиниями. Они проинвестировали в нее, открыли этот проект и успешно пользуются популярностью. Очередь есть, но она небольшая, слава богу. Там вход уже, и поехали. Туда и обратно 10, да? А владельцам вот такой Oyster Card проезд в обе стороны обойдется в 8 фунтов. Что для такого аттракциона, я думаю, довольно-таки дешево. Какие ожидания? Страшно. Страшно? Следующее, какие ожидания? Детей пускают, то такое, качают. Ожидания. Какие ожидания, Жека? Хорошие. Лена, ну, какие ожидания? Надеюсь, нас не будет этой, как в самолете. Как в самолете? Сейчас Чака такой, здесь есть Марта! Все, гоу. Все наше путешествие на канатке закончилось. Было очень круто, мне очень понравилось. Вот смотрите, какая очередь сейчас на вход. Идем дальше. Это арена Т2, где дрался наш Александр Усик и будет драться в августе, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, что там внутри. И даже тут напротив, вот дома тоже. В таком футуристическом стиле. The O2. Это многоцелевой крытый стадион, расположенный в центре развлекательного комплекса на полуострове Гринвич. Находится в 4 минутах ходьбы от канатной дороги. Вмещает до 23 тысяч человек и был открыт в 2007 году. Это одна из крупнейших крытых арен Европы. Также тут часто проходят культурные и спортивные мероприятия большого масштаба. И одна интересная особенность. В период с 2009 по 2010 на арене должны были пройти 50 концертов Майкла Джексона, но были отменены через смерть певца. Эти концерты должны были стать самыми большими и длинными за всю историю арены. Такое современное пространство, футуристическое.
Там можно сидеть на скамейках, и деревья растут. Так, зашли на лодку. А дальше до Таурского моста мы решили с ветерком прокатиться на водном такси, знакомой вам компании Uber. Флот у них состоит из 20 скоростных катамаранов и 4 линий. Так сказать, альтернативный способ взглянуть на Лондон с водной артерии реки Темза. Пирс находится в восточной зоне, и до центральной зоны по моей же Oyster Card проезд обошелся почти как билет на самолет в 9,40 фунтов. И кстати, скачав их приложение и купив билет там, цена будет такой же. А вот купить билет на пирсе в кассе обойдется как неплохой обед во львовском ресторане 12,3 фунта либо 560 гривен. Но один раз обедом можно и пожертвовать. Парковка. Отбираем пассажиров, их очень много, поэтому их считают. Если не хватит мест, то кто-то тут останется. Лена настояла сказать, что никто не остался. Лодка вместительная, поэтому мы всех забрали. Но кто-то, видимо, не успел, бо они там стоят. Перед вами открывается один из самых знаменитых символов Лондона и Британии – Таурский мост. Его строительство началось в 1886 году, и через 8 лет, в 1894 году, мост был торжественно открыт. Имеет длину 244 метра, является подвесным, то есть висячим, и разводным. Мост состоит из двух мостовых башен-близнецов, соединенных на верхнем уровне двумя проходами, куда, кстати, можно подняться и погулять. Вид невероятный открывается перед вами. Цена взрослого билета 12,3 фунта, но нужно заранее купить билет на ихнем сайте. Ссылку, где можно это сделать, оставлю в описании под видео. Tower Millennium Pier. Остановка. Зашли в паб. Та же сеть, что и вчера были, где мы ели крылышки. Купили также подарочки мне, мои друзья. Я купил магнитики. Хотел немного, так сказать, заметить, какая Британия продвинутая страна, на примере нашего заказа в этом пабе. Как вы видите в приложении паба, мы выбираем позиции по еде и напиткам. Дальше пишем номер своего столика и оплачиваем заказ в самом же приложении. Осталось дожидаться заказа и приступить к трапезной. Контакт с официантом минимальный. Очень удобно и современно. Показалась мне такая инициатива. Верю. 7,50 за две порции. Это что-то среднее между картошкой фри и по-селянски. Такая порция 11,80 с напитком. А крылышки? 14,90 за три порции, да? А по 5 выходит. Короче, надо прилетать в Лондон с компанией. Или иметь хороших друзей, как я. Как прошла поездка в Лондон? Сегодняшний день. Постоянно дерьмо, и все.
Ми бачимо. Костя, твоє мнение. Мені далі покушать, я довольний. Жека. Що ти скажеш? Його жена не трогає там какой-то. Ленка. Это брауни. Брауни с бельгийским шоколадом. А я предпочитаю. У меня такое же, как там. Ты пиво. Сидр. Настоящий гурман. Перед вами Лондонский Тауэр. Крепость, стоящая на северном берегу Темзы в историческом центре Лондона. Одно из старейших сооружений Англии и один из главных символов Великобритании. За своей почти тысячелетней историей Тауэр был крепостью, резиденцией английских монархов, арсеналом и даже тюрьмой. Узниками были короли Шотландии и Франции, аристократия и священники. Тауэр практически не изменился со времен прошлого, а сегодня он стал местом, привлекающим туристов. Это здание Sky Garden, и сейчас мы поднимемся на крышу, на последний этаж. Посмотрите, какая красота. Проверка на входе. Смотровая площадка в Sky Garden невероятная, очень красивый вид открывается с нее, очень красивый сад, тут много всяких растений, и это все под крышей, все под крышей. Барчики, тут музыка, общение, очень впечатляюще. Видно Тауэрский мост на Лондон-Сити и на другие достопримечательности Лондона. Особенно советую это место посетить, но зарегистрируйтесь заранее, хотя бы за месяц, на сайте Sky Garden. Ссылку оставлю в описании под видео. Приятных впечатлений вам желаю. Это последний этаж, как вы видите, 35 этаж. Панорамные окна, сад, растения, также есть барчик. Тут люди гуляют, общаются и наслаждаются видом на город. Очень прикольное место. Очень мне нравится. Цены тут в баре, конечно же, высокие. Но выпить кофе, либо что-то такое, оно того стоит. Это я в задней части. А есть внизу передняя часть. Это как выйти сразу с лифта. Там есть столики прямо возле окошка с видом на город. О, да, вид на воду, на мост. Если бы тот балкон был бы открыт, да, было бы классно. А там как классно в тех зданиях, что там зеленый такой газончик.
Мои друзья уже уехали домой, а я остался в городе, чтобы погулять, посмотреть кафедральный собор еще и сходить на ночной Тауэрский мост. Вот так выглядит Лондон в районе кафедрального собора. Воскресенье, улицы пустые. Какие красивые дома, ухоженные. Церковь, такси, вот дом в виде корабля, в начале узкий, в конце шире и шире. Собор Святого Павла также входит в список к обязательному посещению, когда будете в Лондоне. Это англиканский собор, посвященный апостолу Павлу. И находится в центре Лондона. Он не повторяет ни один из храмов мира, хоть и задумывался как символ противостояния англиканской церкви Рима к католическому миру, о чем косвенно свидетельствует и перекличка имен святых покровителей римского и лондонского храмов. Хочу сказать несколько слов о моем путешествии в Лондон. Мне Лондон очень понравился, очень современный футуристический город. Меня это впечатляет, что такие места есть. Очень много пространства, общественного пространства, футуристического, которое они развивают и развивают очень правильно. Тут нет заборов, чтобы запретить наглухо, потому что если поставят забор, люди все равно будут это делать, но будут уже нарушать. Создают условия, чтобы людям было удобно. И это со стороны так выглядит невероятно современно и красиво. И так это впечатляет. И таких мест очень много, очень много. Чувствуется, что страна живет, что тут очень много людей. В аэропорту, когда мы приземлились, мы еще 10 минут ехали по взлетной полосе. И были самолеты разных авиакомпаний мира. Англия богатая страна. Тут уровень жизни очень высокий. Да, тут и дорого, но люди хорошо зарабатывают. Минимум, я думаю, 10 фунтов в час – это плата за твою работу. Так что приезжайте в Лондон, наслаждайтесь. И отдельное спасибо хочу сказать моим друзьям – Костя, Женя, Евгения и Лена. Спасибо вам, что вы меня встретили. Вы были очень добродушны, очень гостеприимные. Спасибо, что провели со мной время. Спасибо, что показали мне Лондон. Гуляю по ночному Лондону. Это бывшая тюрьма, которую вы уже видели. Хочу вам показать ночной Лондон немножко хотя бы. Дойдем с вами до Тауэрского моста, пройдемся по нему. Вот такое современное и тоже невероятно футуристическое, удобное, комфортное здание. Вот как башня светится. Красиво. Ночной Тауэрский мост. История Великобритании на глазах. Это тюрьма, где когда-то казнили высокопоставленных чиновников,
чтобы они не убежали, по периметру был забор, а тут была вода. Цвета Украины – синий и желтый. Буду ехать домой с Таурского моста, сажусь на зеленую ветку. В сторону Апминстер. Я сажусь на Таур Хилл, зеленая ветка, Дистрикт Лейн, на Апминстер. И еду до Дагенхам Хэдвей. Мой поезд будет через 7 минут. Вышел я на остановке Дагенхам Ист, место Дагенхам Хэдвей. Потому что на этой остановке будет автобус быстрее, чем на прошлой. Это будет моя первая поездка на автобусе и, походу, последняя. Жду свой автобус. 103 номер будет через 4 минуты. И на самом деле уже не так уж и рано, так как время 11:42. Но, тем не менее, автобусы ездят. Кстати, один, больше никого нет. Ну, классно. Хотя мы едем по такому пригороду, пригороду Лондона. А в Лондоне, я представляю, если кататься по всем достопримечательностям, по музеям, то будет классно. Вот сейчас будет моя остановка. Перед выходом нужно нажать на такую кнопку «Стоп». И у водителя отсвечивается, что вам нужно выйти. Всем доброе утро, уже 4-й день, 6:11 утра, я уже на Liverpool Street Station, как вам известно, вы уже видели этот ЖД вокзал, и сейчас я добираюсь в аэропорт, потому что у меня вылет 8:30. С Liverpool Street мне нужно добраться до Паддингтона, из Паддингтона до самого аэропорта. Это все займет 48 минут, и буду я в 7:10, то есть через, грубо говоря, 50 минут, час. Так что идем к перрону. Хаммерстих Сити. Вот эта станция. Так, платформа номер 2 с Ливерпуля Стрит до Паддингтона. Вот как раз поезд подъехал. Так что вышел на станции Паддингтон. Теперь будем искать поезд в Хитроу. Не забываем сканировать карточку при выходе. С Паддингтона дешевле всего добраться в Хитроу на Элизабет Лейн. Идем прямо. Там National Rail и Хитроу Экспресс. Хитроу Экспресс стоит 25 фунтов. А мы доберемся на Элизабет
за 3-4 фунта. Вокзал Паддингтона. Находим 11-ю платформу. И с этой платформы отправляются поезда линии Элизабет в аэропорт Хитроу. Так, я понимаю, это она. 11-я платформа. Фу, наконец-то я успел. Вспотел. Приехал 7:20 только на ЖД Хитроу. Всех обогнал, не смотрел на никакие очереди. И слава богу, успел. Фу. Я один из последних уже прохожу. Боже, как я счастлив, что удалось успеть.